Котя, посмотрите, где Костя, куда он забрался. Подниматься легко, а слазить всегда тяжелее. Котя, с той стороны. Я не могу так. Зейрут сталь. Ты, потому что можешь упасть. Аккуратно, аккуратно. Правильно. Эй, Аня, куда вы забрались? Нет, нет. Можно назад пойти? Вовочка сам говорит, боюсь, а детей спускаю. Вовочка, там же пойдет. Мама, куда ты лезешь? Я не могу. Я не могу. Как я отсюда вас лезу? Я такая, но не до такой степени. Он уже слез. Он уже слез. О, шо? Смотреть так страшно. Где сосна, Мария? Нет. Вон там это лицо какое-то. Мария, где вы? Мне очень обидно, Саша. Обидно? Я тоже не могу. А ты боишься? Я тоже боюсь. Ладно, я вас спасу, не бойтесь. Я пойду туда дальше. Конечно, супер. Ли, ты хочешь к нам сюда? Нет, спасибо. Нет, спасибо. Я не могу на это. Вовчика, как мы тебя снимем? А куда Костя ушел? Он пошел искать следующую вышку. О, мама мия! Эй! Ты... А тут вообще, тут осторожно. Я теперь я поняла, почему он там по стенам полез. Потому что тут сквозь... Ты пока читала, он раз вылез на стену. Я думала, что это сам. Эй, я пыталась тебя позвать, ты сделала вид, что ты не видишь. На такое смотреть, что... Я смотрела, стояла. Мы видели, как ты карабкался. Какой ты шустряк, оказывается. Вон там есть еще вышка. О, потом вот... Да, у меня тоже капало. Не на меня капало. А вы куда? Вот на новую вышку. Вышку или дырку? После кузыка. Эй, вот. А, смотрите. Это уже тоже пойдемте внутрь, и Костя пошел внутрь. Вот земля добавляет там сантиметр или два. Вот. Вот на фон. Да, выйди с этих окон. Это был низ. Да. Не, ну где как, да? Ну где-то по сантиметру каждый будет добавлять. То есть 100 лет это метр засыпает. Понимаешь? А этому всему там уже 1000 лет. Ну не 1000, но где-то 800. То есть 8 метров засыпало. Ань, вылазь, Мурянь. Да. И там будет пролетать орел, у которого килограммовые какашки. Костя, там есть привидение, Костя? Стоп,
были, ты же сказал, что кто-то боялся. Человеческая выдумка. Еще не выдумка. Мы не слышали твой рассказ. Костя. Иди сюда, выходи, расскажи нашему Вовочке про провидение. Ты должен посвятить беседу. Да. Посвяти нас проведение. Приведение, вернее. Ну да. Мы выставим тебя в YouTube. Не надо. Это мне надо налить так хорошо. Да, я вам такого расскажу про проведение. Про проведение. Тобика привязали, бедненького. Я уже в течение полтора года каждую ночь рассказываю сказки. Поэтому у меня фантазия. Вовочка, ты сколько лет рассказываешь сказки? Он уже устал, он их начал считать. Лет 20, точно. Да, я сначала считал, а потом уже все, уже где-то год не считаю. Ты уже будет фантазировать. Все закончилось, да, а дальше информация добро много. О, а тут что такое? А тут просто камни, все? Ребята, куда вы пошли? Там ничего дальше нету. Есть, папа. Там камни развалины. И колючки. Эй, Аня, тебе не жарко? А там есть какое-то место посидеть? Вон, поглядите мне. Конечно, там, где мы проходили, там было место посидеть. Мы можем там сесть. Внизу. Я не знаю, что там внизу, не видел. Ну, можно сходить, посмотреть. А где слазить? Мы не там, не надо. А вы не идете там в тупик просто. Там нету прохода. Дорожка есть. Да, идем, я вам покажу. Давай. Я как бы с Костей. Да. Ей хочется там походить. Хочется полазить чуть-чуть. А тут колючек, смотрите, сколько. Куда вы прете? Ну, колючек, дождь, ты меня боишься. О, Люду понесло. Ну, все, Люда включилась. Ее понесло. Люда, куда ты понеслась? Давайте руку. Люда, не несись. Остановись. Сейчас там болото будет. Да тебя несет. Люда, там нету выхода. Там выхода нету. Там колючая проволока там внизу. Просто поднимайся. Вон туда иди. Все, пошли. Можно говорить. А знаешь, что это посередине? Я не умею по деревьям. Людочка, знаешь, что это посередине? Все, это жертвенный камень. Правильно! Видишь, как я догадался? Все, вот сюда я могу вылезти. Здесь. Я не боюсь. Не надо, крестоносцы жертву не приносили. Те, кто после них были. А те, кто после них были, муслики, они тоже самые эти. Муслики, они там дерево здесь. Я тоже так хочу походить, как вы ходите. Походи. Быстро тут есть дед. Я быстро могу. А вот это упало. Это корни торчат. Это ветер сильный был и просто снес это дерево. Большая древняя сковородка. И все, кто на нее залазит, Нахон. Первобытный человек здесь готовил себе покушать. Убьешься, конечно. Ты страховку сделала? Почему это моя вина? Да, Костя. На тебя в Ютубе будут смотреть, как ты по деревьям лазишь. Я серьезно. А как ты хотел, чтобы себя увидеть? А зачем мне себя смотреть? Вот люди нравятся. Че, я слезть не могу, что нравится? Не, ничего, ничего, все нормально. Интересно будет смотреть. Дышу на заборе, колышусь ветром. Бумажными листочками себя чувствую. Тобик! О, посмотрите, давай, подпрыгивайте нам! Он к вам, гляньте! Посмотрите на это чудо природы. Он не перестает заниматься. Кис. Посмотри, какой ведрон. Кис. Вы как обезьянки, я вам скажу. Это видео. Видео на канале Мистер Таль. Им еще бананов в связку дать, и все. У меня есть,
Ой, раздал. Раздадим по банану. Сфоткай их там рядом. Уже сфоткал, сфоткал. Я боюсь, где я как туда залез. Он уже мечтает про другие дети. Безопасно.